Меня зовут Сибилла Шэдоу, я дизайнер одежды, художник и визажист. Если ты играешь Black Metal, то это видео для тебя. Нет, мы не будем вызывать демонов. Сегодня я покажу, как правильно делать настоящий Corpse Paint. Что мне понадобится? Белый и черный аквагрим. Спонж. Тонкая и малярная кисть. Вода. Лак для волос или закрепитель для макияжа. А в качестве модели я пригласила басиста симфо блэк метал группы Nox Dolores. Для Corpse Paint я рекомендую использовать аквагрим. Его нужно разбавлять водой. Почему именно аквагрим и чем он лучше жирного театрального? Он состоит из воды и натуральных компонентов, и кожа под ним дышит. Он не вызывает аллергии, долго держится, легко наносится и также легко смывается теплой водой с мылом. При нанесении на кожу аквагрим не требует никакой дополнительной основы, быстро высыхает и не размазывается. А главное, не пачкает одежду и волосы. Краску лучше всего наносить спонжем или кистью. Есть специальный спонж для грима. Я купила его в магазине для творчества. Но он не подходит, слишком пористый. Из-за этого цвет ложится неравномерно. Чтобы цвет лучше ложился, я беру спонж для нанесения тонального крема или от использованной пудры. Важно взять спонж округлой формы. В отличие от прямоугольных или треугольных, он лучше наносит краску, не оставляя некрасивых отпечатков. Спонжик можно позаимствовать у знакомой девушки или отправиться в магазин косметики. Воду наливаю в миску. Наношу грим в 2-3 слоя. Я беру тонкую кисть и черным гримом рисую контур. Рекомендую использовать силиконовые кисти. Они мягкие, стоят недорого и, в отличие от натуральных, не оставляют ворсинок на краске. Смешиваю черный и белый грим для растушевки контуров. Затем плотным слоем заполняю все черным гримом. Сначала заполняю области вокруг глаз и губы, затем рисую разводы. Когда грим нанесен, беру малярную кисть, немного смачиваю водой, стряхиваю. Самый кончик кисти макаю в черную краску и пальцами проложу по ворсу. За счет этого краска разбрызгивается, создавая дополнительный трупный эффект. После высыхания фиксирую все лаком для волос или специальным закрепителем. Теперь грим будет держаться долго, не стекая с лица. Для большей надежности можно нанести лак в 2-3 слоя, давая каждому слою высохнуть.